С наступлением марта приходит весна. 12 числа этого месяца в Китае день лесопосадок. Одно дерево за год может переработать выхлопные газы автомобиля, проехавшего 16 километров. Такие живые фильтры, безусловно, заслуживают праздник в свою честь. Улучшение экологии в Китае не ограничивается одним днем. Энтузиасты лесопосадок превращают пустыню в лес. В китайской провинции Кансу местные крестьяне придумали технологию сетки из травы. Посаженные растения – надежная преграда для песка. Три поколения борцов в Кнайпинском пустыне посадили более 30 миллионов деревьев, соорудив зеленую стену. И это только одно из множеств обыкновенных чудес. Четверть новых озелененных территорий в мире приходится на Китай. Чтобы внести вклад в охрану окружающей среды, не обязательно сажать деревья. Достаточно перейти к низкоуглеродному образу жизни. Экономить электричество и воду или пересесть на электромобиль. Кстати, Китай – мировой лидер по производству и продажам электрокаров. 3 года назад в Китае была поставлена цель – достижение пика выбросов углерода к 2030 году, а углеродной нейтральности – к 2060 году. Углеродная нейтральность подразумевает полное поглощение выделяемого углекислого газа лесами и водной средой. Чтобы справиться с этой задачей, Китай продолжает увеличивать долю возобновляемых источников энергии – фотоэлектрической и ветровой, а также интегрировать концепцию зеленого развития во все сферы жизни. Строящийся в городе Ханчжоу большой выставочный центр с фотоэлектрической фасадной системой сможет ежегодно генерировать более 700 тысяч киловатт-часов электроэнергии, обеспечивая освещение здания. Такое решение эквивалентно посадке более 30 тысяч деревьев вокруг выставочного комплекса. Развитие возобновляемых источников энергии – эффективное направление, которое развивается параллельно с озеленением нашей планеты. Что касается деревьев, они не только улучшают экологический климат, но и становятся символом дружбы. В прошлом году по завершению саммита Китай-Центральная Азия в городе Сиан лидеры стран-участниц посадили гранатовые деревья на аллее дружбы. Гранат – символ единства и долголетия. К следующему саммиту в 2025 году эти деревья уже дадут плоды. О том, как удается обеспечить зеленый рост за пределами Китая, расскажут мои коллеги. Казахстан, как равноправный член мирового сообщества, уделяет пристальное внимание решению экологических проблем. Одной из приоритетных задач нашей страны является сохранение окружающей среды, природы, биоразнообразия и бережное отношение к ресурсам. В этой связи особенно важным видится скорейший переход к принципам так называемой «зеленой экономики», которая базируется на эффективном использовании природных ресурсов, в том числе путем возврата продуктов конечного пользования в производственный цикл, а попросту – переработки ТБО. Благодаря этим и другим экологическим инициативам зеленая экономика станет генератором экономической трансформации страны, что положительно скажется на благополучии всего общества. Как известно, концепция по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике в республике была утверждена 30 мая 2013 года. Проект направлен на повышение инновационности и конкурентоспособности государства. Согласно отчету Министерства экологии, с начала реализации документа за первые 8 лет был зафиксирован ряд положительных преобразований. К примеру, заработали более 100 объектов, относящихся к возобновляемым источникам энергии. Согласно этим же данным, за 6 лет реализации концепции энергоемкость ВВП снизилась на более 33%, то есть целевой индикатор до 2025 года был достигнут досрочно уже в 2019 году. Такие же преобразования замечены в сфере переработки отходов производства. В декабре 2020 года власти Казахстана заявили о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Создана необходимая законодательная и нормативно-правовая база, в том числе для развития зеленого финансирования. Принят новый экологический кодекс, внесены изменения для выпуска и обращения зеленых облигаций и ESG-облигаций. К слову, согласно данным аналитического портала Finprom.kz, по итогам 2023 года Казахстан занял 92-е место в мировом рейтинге стран по экологической эффективности.
Индекс учитывает такие показатели, как жизнеспособность экосистемы, состояние окружающей среды и оценка изменения климата. Среди стран СНГ наша страна в середине списка. За отчетный период капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды в Казахстане, достигли почти 174 миллиардов тенге. В Кыргызской республике принимаются активные меры по переходу к зеленой экономике для устойчивого экономического роста страны и населения. Для этого Министерство экономики разрабатывает программу развития зеленой экономики на 2024-2028 годы. Тем не менее, реализуемая программа развития зеленой экономики на 2019-2023 год является основой по созданию базисных условий и продвижения политики инклюзивной зеленой экономики в стране. В нашей стране понятие «зеленая экономика» означает создание ресурсоэффективной и экологически чистой модели экономического роста. В этом плане независимые наблюдатели отмечают большой сдвиг в ряде сфер. К примеру, эффективно развиваются технологии по возобновляемым источникам энергии. Создан фонд зеленой энергетики при Кабинете министров. Упрощаются меры для реализации строительства малых ГЭС. Ведутся активные переговоры с соседними странами по строительству крупных электростанций и многое другое. Таким образом, сделан первый шаг в процессе моделирования принципов зеленой экономики, способном обеспечить долгосрочное устойчивое развитие. Под понятием «зеленая экономика» подразумевается экономика, которая приведет к повышению благосостояния людей и укреплению социальной справедливости при одновременном существовании снижения рисков для окружающей среды, стимулирующей сохранение естественных экосистем страны, а также сохраняющей и приумножающей природный капитал при эффективном использование ресурсов. Отметим, что в прошлом году, 16 ноября, в Бишкеке прошел региональный форум «Зеленая экономика 2023» на тему «Единые цели для устойчивого развития региона Центральной Азии». Форум был нацелен на содействие в совместном преодолении существующих вызовов и продвижении взаимовыгодного сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии. Тем не менее, Кыргызская республика – страна зеленой экономики, и национальная стратегия развития до 2040 года, предусматривающая развитие конкурентоспособной экономики с фокусом на применение инновационных и экологически безопасных технологий. Среди них определены 7 приоритетных секторов, посредством которых предполагается обеспечение поступательного перехода к зеленому развитию. Это зеленая энергетика, зеленое сельское хозяйство, зеленая промышленность, устойчивый туризм, низкоэмиссионный транспорт, управление отходами и зеленые города. На сегодняшний день КНР прочно сидит в тройке лидеров по количеству действующих в Узбекистане предприятий с иностранным капиталом. С 2017 до начала 2023 года китайские инвестиции в нефтегазовую и химическую отрасли, производство строительных материалов, фармацевтику, аграрный сектор, легкую промышленность превысили 11 миллиардов долларов. По итогам прошлого года товарооборот между Узбекистаном и Китаем достиг 14 миллиардов долларов. Одна из приоритетных отраслей – производство электромобилей. В рамках деловой программы государственного визита президент Узбекистана посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании BYD в городе Шэньчжэнь. BYD – это глобальный лидер в сфере производства современных инновационных автомобилей и аккумуляторных батарей нового поколения. Производственные мощности китайской компании теперь представлены и в Узбекистане. Глава государства и глава BYD запустили завод в Джизаке. Ежегодная мощность этого предприятия – 50 тысяч машин в год, а в будущем это число увеличат в 6 раз. Таджикистан, как и большинство стран, уязвим к последним изменениям климата. Средние температуры на территории страны растут. Характер осадков меняется. Ледники в стране отступают. Эти изменения опасны для сектора гидроэнергетики Таджикистана, на который приходится 98% всей выработки электроэнергии в стране. Моя страна за последние 5 лет принял ряд документов, нацеленных на переход к зеленой экономике. А президент страны ежегодно выступает на конференции сторон рамочной экономики.
Конвенции ООН об изменении климата. В экономику правительство приняло стратегию развития зеленой экономики на 2023-2037 годы, а в 2019 году вступила в работу национальная стратегия адаптации к изменению климата Республики Таджикистан на период до 2030 года. В документе в качестве приоритетных определены 4 основные сектора. Это энергетика, водные ресурсы, транспорт и сельское хозяйство. Стратегия направлена на поддержку экономического роста и ускорение модернизации всех отраслей экономики. На данный момент в стране предпринимаются активные попытки развития зеленой экономики. Работа ведется в нескольких направлениях. Обновляется инфраструктура по генерации, передаче и распределению электроэнергии. Также разрабатываются законодательные акты и регуляторные механизмы, которые стимулируют привлечение инвестиций и развитие возобновляемых источников энергии. Таджикистан находится в начале пути перехода к зеленой экономике, и этап планирования выглядит достаточно оптимистично. В Туркменистане уделяется пристальное внимание развитию зеленой экономики. В связи с этим я хочу рассказать вам о работах, проводимых в стране в данном направлении. Говоря о зеленых, то есть ресурсосберегающих и эколого-ориентированных технологиях, необходимо привести в пример первый в Туркменистане умный город Аркадаг. Со дня открытия город стал обладателем множества сертификатов, подтверждающих его современность, а также приверженность к зеленой стратегии. Внедрение зеленых технологий призвано обеспечить сбалансированное решение задач социально-экономического развития, а также сохранение благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала с учетом долгосрочной перспективы. Сегодня город Аркадаг – это единственный город Центральной Азии, где изначально и полностью все системы жизнеобеспечения находятся под управлением электронных систем. Вся система в городе энергосберегающая. Здесь действует экологически безопасный общественный транспорт, электробусы и электромобили, не производящие вредные выбросы и работающие на электрической тяге. В городе реализована концепция «умный город» и подход по обеспечению нулевого вреда окружающей среде на всех этапах, от стадии производства стройматериалов до стадии эксплуатации объектов. Туркменистан также привержен решению экологических вопросов, в частности, снижению выбросов метана и попутного газа при разработке нефтяных месторождений. Туркменистан также планирует к 2030 году добиться нулевого выброса парниковых газов, а в долгосрочной перспективе ежегодно значительно сокращать выбросы как за счет своих финансовых ресурсов, так и за счет финансовой поддержки международных организаций. Зеленая энергетика – хорошо известное для Азербайджана понятие. Именно с ним отчасти связано масштабное мероприятие, которое пройдет в ноябре 2024 года в Баку, КОП-29. Климатическая конференция ООН, безусловно, посвящена теме изменения климата. Но в то же время проведение КОП-29 в Баку – это логическое продолжение курса зеленой экономики в Азербайджане. Нефтегазовая страна прилагает значительные усилия по переходу на возобновляемую энергетику. К примеру, Азербайджан нацелен на сокращение выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году и на 40% к 2050 году по сравнению с 1990 годом. По данным Министерства энергетики, технический потенциал возобновляемых источников энергии страны составляет 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на море. Экономический потенциал возобновляемых источников энергии составляет 27 гигаватт, в том числе энергии ветра 3000 мегаватт, солнечной энергии 23 тысячи мегаватт, биоэнергетический потенциал составляет 380 мегаватт, и потенциал горных рек оценивается в еще 520 мегаватт. Ярким примером предпринимаемых для освоения этого потенциала мер служит солнечная электростанция о городах. Ее мощность 230 мегаватт. Построена она была за счет инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов компании «Маздар». И это не единственная компания, с которой сотрудничает Баку в зеленой энергетике. Аналогичного рода сотрудничество действует из китайской China Gijoba Group. Меморандум о взаимопонимании по реализации проектов в области возобновляемых источников энергии мощностью 2 гигаватта. Логическим развитием идеи использования возобновляемых энергоресурсов стало проведение в 2023 году в Баку на консультативном совете по Южному газовому коридору первого министерского заседания по зеленой энергии.
Связано это с тем, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy протяженностью 1295 километров и мощностью 1000 мегаватт. Таким образом, создание коридора зеленых энергий усилит энергетическую безопасность как Азербайджана, так и стран-партнеров.